И вновь здравствуйте, дорогие мои детишечки, с вами Севен, и на ваших экранчиках вновь такая игрушечка, как Бакил Хэйр. И этот злосчастный босс, и кажется, я нашла идеальную тактику против него. Зажать кнопку бесконечной атаки. И вот такие вот штуки проделывать. Не знаю, насколько у меня это получится. Сейчас попробуем. Мне просто не придется тогда нажимать бесконечно кнопку атаки. Я что-то не подумала, потому что у меня же есть кнопка, которая отвечает за вот такую вот замечательную атаку. Я просто жму сейчас периодически пробел, когда мне нужно. Не, я думаю, так-то мы его завалим. Смотрите, как хорошо. Может быть, не сразу, конечно. Блин. Главное, чтобы мы не впилились. Рай! Я люблю эту атаку. Он не такой уж сложный с этой атакой. Я просто как бешеная постоянно жала на атаку. Нужно было просто зажать другую кнопку. Другую. Капитан, мы истребим этих грязимерзких жаб. Я уничтожу эту падаль. Не успокоюсь. Киска. Добрая киска. Как тут? Где тут у меня старт был? Пароль. Давайте, как бы... Все. Где там старт был? Все, пошла жара. Дай-то ж бог вспомнить, как тут кого. Все, не подходи ко мне никто. У меня есть бесконечная атака. Она мне, кажется, до этого была, но я как всегда. Да иди ты в пень отсюда. Вот так вот это делать. Понятно. Ладно. Кстати, насколько высоко ты прыгаешь? Не очень высоко. Так, ты у нас летать умеешь, это я помню. Да ела-пала. Подожди. Да ладно. Ты серьезно? Подождите, а девочка насколько высоко прыгает? А, нет, она... Она какие-то фигни отпускает. Я не знаю, что это такое, на самом деле. Я не помню. Так, нет, подожди. Ты насколько высоко прыгаешь? Не шибко. А, он по стенкам умеет ползать. Точно-точно. Точно все вспомнила. О, так, подожди, мне нужна эта жизнь. Непонятно зачем, конечно, но... Но она мне нужна. Ее ж как-то можно достать. Подожди. Давай. Подожди, может, кроликом все-таки, потому что как бы... Нет, никак, ну и нафиг. Ой, зачем? Короче, я никогда не буду больше отпускать эту кнопку. Да. До сюда ты хоть допрыгнешь? Ага, сейчас. Все, я никогда не отпущу эту кнопку больше. Никогда я ее не отпущу. Жабы. Так, подожди. Так вот, отлично. Ах ты, зараза. Я смогу до туда? Нет, не смогу. А вот так? Да я лопала. Почему нет? Ну-ка, давай ты. Ладно. Слышь ты. Убежали. Да я лопала, откуда вы беретесь? Все, не подходите ко мне. Слушай, ну это хамство. Все, сейчас. Черт, надо было туда, ну ладно. Ой-ой. Нет, а что, вот так всегда. На том месте, где одна не достает, достает вторая, конечно же. Это, по-моему, лазерная. Она мне напоминает птицу какую-то, знаете? Не туда? Да ладно. Ненавижу этот уровень. Я помню. Здесь нужно наверх по ним забираться будет. В пень. Нет, зря я это сделал. Так, мне нужно как-то вот туда. Так, падай. Как бы тебе... Так, подожди. Не, подожди, мне нужно наверх.
Нет, нужно в другом месте собраться. Вот это. Как вы появляетесь? Вы что, ремонтируете, что ли, здесь? Откуда вы тут вообще беретесь? Нет, я не слезу отсюда. Пошли в все. Так, стоп, я помню это. Так, сейчас. Я плохо. Чё, где я? Я уже все. Так, вот тут наверх надо забираться, это я помню. Отстань. Не буду с этими астероидами драться. Я еще... Эта серия практически сразу идет после предыдущей, поэтому я буквально чика кладнула, походила по комнате 5 минут и села записывать дальше. Так, я помню. Здесь девочка, по-моему, лучше. Я это не помню точно, но, по-моему... Нет, по-моему, нет. Я не помню, кем тут лучше. Лучше кралей, давайте. Здесь такая замечательная фигня. Нам нужно... Вы не поверите. Вы не поверите, что нам нужно сейчас делать. Сейчас. Блин. Так, ну давай. Вот как тут попасть? Как тут попасть? Нет, здесь можно, конечно, это сделать. В общем, как вы понимаете, да, нам нужно вот на вот этих штучках долететь, да, нужно. Вот как тут без автосохранения? Как? Никак вообще невозможно. Это можно, конечно, это будет очень сложно. Так, сейчас. Ой, зачем я это сделала? Я что-то как-то не рассчитала время. Ну, блин, почти. Я не помню, куда мне. А, все, все, круто. Хорошо. Пошла вот отсюда. Боже. Я допрыгнула, я допрыгнула. Отлично. Надо... Черт. Так, хорошо. Плевать на эти жизни, вот честно, вот плевать вообще. Мне не до них как-то. Да подожди. А как до тебя допрыгнуть-то? Ой-ой-ой-ой-ой, не надо так делать. Понятно. Спокойно. Все, ушел. Хорошо. Иди отсюда. Мне еще тебя тут не хватало. Паника. Астероид. Знаете, летающие фрикадельки, да? О-о-о-о, да, я помню. Здесь я помню, как раз-таки нужна девочка. О, сейчас такая же будет. Ну нет, это не эта же. Вы успеваете смотреть за тем, что происходит на экране? Я вот нет. Ой, тут. Я не знаю, зачем здесь девочка, но я что-то такое помню. Скач, да? Это, правда, не самое страшное. Самое страшное будет все потом. Я сохраняюсь через каждые 5 секунд, знаете? У меня аж от страха уже. Хорошо, хоть сохранилась здесь. Не надо так часто сохраняться, это чревато. Когда мы приедем, то уже господи. Все, приехали. Зачем я это сделала? А, где здесь атака моя была? А, черт. Подожди, надо в другую сторону развернуться. Мало ли.
Вот так. Бывает. Нет, здесь стрелять не надо, хорошо. Жесткач. Да, блин, я забываю постоянно. Помните? Да я лопала, я же успела. Короче, не выпрямляемся, пока не видим вот эту штучку. Вот это! Ты издеваешься, что ли, надо мной? Ты-ты-ты-ты! Да подожди ты! Господи, я не успеваю за твоими мыслями. О, черт, не успел. Ладно, черт с ним. Босс, босс. Здесь, по-моему, девочкой надо все-таки. Да, блин, сам задевает, посмотри. Стоп, подожди. Ну, подожди. Во, точно. Да я лопала, отвались. Зря я это сделала. Да, я вот помню, у нее изо рта вот такая фигня. Ей надо сперва отрубить вот эту вот наверху, которая... Вот эти все вот, вот эти фигни... Важна, пускай атакует сколько ей угодно. Девочка у нас бойкая. Ой, главное, чтобы не убила. Сели. Наплевать. Зря я это сделала. Надо вот ей вот эти вот штуки оторвать. Потом самое последнее, мы ей будем стрелять в глаза. Это я помню. Слушай, да это заколебало. Зачем я сажусь? Слушай, отвали. Отвали, ради бога. Она стреляет вверх, а нос, кстати, не умеет, да. Кстати, слепая зона. Нет, нифига. Слушай, нет, слушайте, подождите, здесь как-то надо по-другому. То есть мне вот эти штуки все равно в любом случае задевают. Может, другим персонажем попробуем? Много нам это даст, конечно. Не. Надо кроликом. Пробовать. Слушай, что заколебал меня. Вот ты особенно меня тоже заколебала. Вот что это за самонаводящаяся куколка? Зачем я это сделала? Подожди. Я так не играю. Ты умрешь сегодня, нет? Вот как вот от этих вот увернуться? Да, блин. Слушайте, подождите, я помню, он не очень сложный, но просто здесь встать надо удобно. А здесь когда как, видите? Сейчас надо немножечко... Сейчас получилось в слепую зону войти, а вот... Сейчас сделаем под... Нет, неудачно. Сейчас он отъедет. Прыгать тут, конечно, сейчас бесполезно. Слушай, уйди отсюда, ради бога. Блин, упала. Ладно. Давай иди отсюда. Сломайся, пожалуйста. Слушайте, как же его так завалить-то? Когда у него эта штука-то сломается уже? Ей-богу. Сколько можно? Я лопала. Да, Валин, ты заколебала меня. Сломайся, что ли? О, все, минус один. Эти фигни теперь хоть летать здесь не будут. Можно, конечно... Знаете что, подождите, стоп, стоп. Давайте попробуем тут сохраниться. Здесь я просто не хочу квейксейв делать. Сохранить вот сюда куда-нибудь. Просто чтобы не переигрывать. Это я удолбалась еще на предыдущем боссе. Не хочу повторения такого же. Ой, нет, подожди. Просто еще один удар, и я, по-моему, откачусь.
Возможно, нет, возможно, да. Сложно сказать. Блин. Я в панике просто. Ладно, успокоились. Ну нет, слушайте, не один удар. Ух, успели. Короче, ладно, тогда берем тактику свою предыдущую. Все, хорошо, теперь в глаза стрелять. Да-да, я помню. Давайте тогда, правда, сохранимся. Я думаю, мы прорвемся, мы ему все уже отстрелили, все, что можно было. Теперь только в глаза стой стреляй. Ну, это я просто не отпускаю, чтобы не... Вот, да. Ну, серьезно, с этим было проще справиться, чем с тем. Да ладно. Фу. Зашибись. Все, теперь... Спасибо, Баки! Извините за беспокойство, но я... Ну, я тут на досуге собрал новое оружие. Да ты чё? Чё жать, куда жать? Усиленным действием. Уважаемый капитан, я не хочу отвлекать вас. Вы должны знать, что оно накапливает энергию. Баки вновь собрал свою храбрую команду. Это хорошо. О нет, это прием, с которым жабы хотят снова поймать Баки. Ну все, начался трэш самый страшный. Все, наш корабль захвачен. Мы теперь будем на корабле пришельцев драться с мега-мега жабами. Вставай, блинки. Капитан, мы в ловушке на главном корабле жаб. Скоро будут промывать нам мозги. Сэр, я готов к бою и жду приказов. У него же нет мозгов, он вообще на существо из Resident Evil, похоже, с глазом во рту. Так, мы находимся здесь, замечательно. Супер, да, темница. Я, вот мне всегда перла здесь музыка. В общем, ладно, давайте завершим здесь данную серию. Фу. Я представляю, что... Ой, нас впереди такая же ждет. Вы даже не представляете, кто не играл. Вы даже не представляете. Я буду надеяться, что все-таки я как-то добью эту игру, потому что я очень хочу ее до конца пройти, вспомнить ее. Представляете, вы видите, даже на эмуляторе играть в эту игру очень сложно. Что было на Денди, где не было сохранений. Как я в нее задрачивалась, боже мой. В общем, ладно, в следующей серии мы будем вызволять себя из этой тюрьмы. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Но эта музыка, блин, надо ее потом найти где-нибудь. Офигенная. В общем, если вам понравилось, вы знаете, что делать. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.